Привет, привет, мои прекрасные друзья. Ах, аж заикаться начала. Мы с вами в отеле Империал. Мы попали сразу в номер. Наша команда разделилась. Поэтому мы живем в разных отелях. Ну, так получилось, что делать. Это хорошо, наверное. Каждому свое. Так, мыльно-рыльные. Душ. Рейнфорест. Видите, никто еще ничего. Вот так вот дверца у нас закрывается. Ну все, выходим из номера и прямуем далее. А куда мы там прямуем? Вот в такой холл. Наверное, надо выключить свет. Так, это мне дали тут повеселиться. Секунду, закрою. Так, закрыли. Ключ будет звенеть, наверное, на руке. Но не важно. Важно, что вы посмотрите красоты данного отеля. Оцените, я надеюсь, интерьер. А это ресепшн. Вот. Вот вам рыцарь на всякий случай. Тут, кстати, с древностями в городе все в порядке. Так, а это waiting zone. Такая зона ожидания. Лаунж. Камин. И вот такие красоты, взгляните, да? А, боже-боже, тут даже Микеланджело прикоснулся. Бог к Адаму. Ну вот как-то так. Так, а это все, что можно. Сейчас покажу все, что можно пить. Вот так, мило, мы тут все сделаем с вами. Посмотрим на волшебных римлян. Ну и вот такой чудесный интерьер. Вам не кажется? Я люблю белое. Всегда увеличивает пространство, приятно. Ну все, на сим мы закончим. Где тут наши бойцы, не римляне? Обнимаю вас. Какой? Давайте вот такой красивой любовью. Ой, ребята, я же забыла. Тут же, подождите, не обнимемся. Мы сходим в кафе. Сходим в кафе красиво. Вот так вот. А знаете, вот такая лестница с двумя пролетами называется Scarlet Staircase. Лестница Scarlett O'Hara. Потому что такое было в кино. Ну что, все в розах, красиво-красиво. Фонтан. Обнимаю вас красивой любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья.